Наталья Бехтерева. Как и ее дед, она посвятила всю жизнь исследованию мозга человека, нейрофизиологии, процессов мышления, творчества и сознания. Ее живой ум не позволял ей обойти вниманием удивительные феномены ясновидения, вещих снов, альтернативного зрения, что часто ставили ей в упрек, обвиняя в лженаучности некоторых ее взглядов. И это при том, что Бехтерева – автор 400 научных работ, ученый с мировым именем. Ко всему прочему, она на личном опыте столкнулась с вещими сновидениями, что позволило ей сделать вывод – мы черпаем информацию из единого информационного поля, в котором нет временных рамок, время течет там нелинейно, именно поэтому человек видит вещи и сны и может прорицать будущее.